какое-то время здесь не были, несколько лет отсутствовали, приезжаю, и я вот сегодня, честно говоря, просто его не узнала. Появились новые здания. Мы сегодня жили в новом отеле, потрясающе вкусные рестораны. И что меня совершенно сегодня потрясло, мы сегодня посетили детский садик. Необычный центр развития детей. Я не знаю, есть ли такие в Москве, но я лично таких не видела. Мои дети в такие детские сады не ходили. Я вас с этим поздравляю. Я хочу сказать, как же радостно, что есть у нас регионы, города, которые так развиваются. И знаете, вот приеду в Москву и буду всем рассказывать. И знаете, как мне от этого хорошо? Правда. Это гордость берет, что мы движемся вперед. И вы можете сказать, в авангарде. Ну что, друзья, я, конечно, сегодня буду для вас петь свои самые-самые лучшие песни, те, которые вы знаете, давно любите, и те, которые недавно появились. Ну, в общем, мне хочется пожелать вам хорошего настроения, теплого, душевного вечера. И если будет желание подпевать, пожалуйста, не стесняйтесь. Договорились? Договорились. Отлично! Все, у нас с вами так начало положено, вы мне пообещали. Если будет желание танцевать, пожалуйста, у нас тоже не возбраняется, места предостаточно. Ну что, друзья, я хочу продолжить свое выступление песней, которая